Минуты. 11 тысяч, куда еще можно? Самый отлично, отлично. А есть ли какой-то прайс? Вот можно придумать, чтобы потрогать. Тимони Раша Муви Эвордс 2009 остаются считанные минуты, друзья! Проходите в зал! Проходите в зал, добро пожаловать! В это время мы с толпы вытащили Юлю и провизор. Я все-таки все перепутала. И мы продолжаем вручение нашей супер-мега-антипремии. И номинация... Номинация «Парик года». Ну, у нас-то здесь... Как вы думаете, кто может взять эту премию? «Парик года». Ваше предположение. Честно, вот даже... А кто там номинируется? Вот, вы должны сказать, кого бы нам номинировать. Не знаю, мне очень сложно судить, потому что... Я думаю, что все в этой жизни чего-то достойны. Будем смотреть. А давайте всему народу отдадим просто. Нет, у нас есть победитель. Номинацию «Парик года» получает... Абсолютно заслуженно, друзья, получает Федор Бондарчук. Фильм «Обитаемый остров». Он там был в парике. Да-да-да, шикарнейшее. Мы по-прежнему просим всех гостей проходить в зал, потому что до церемонии остаются считанные секунды. А мне хотелось бы узнать, у Юли есть ли предпочтения какие-то, за кого болеешь, кому бы сама бы отдала золотой попкорн? На самом деле, я сюда пришла просто посмотреть на тусовку, что здесь будет происходить. Что касается того, за кого я болею... Там контактики, да, какие-нибудь телефончики? Ну зачем же, я же с мужем пришла, у меня все хорошо. Рабочие, конечно. Мне не надо никаких рабочих, у меня все отлично. Я думаю, что мы просто пришли понаблюдать, что будет происходить, как, чего, кто здесь будет. Так что вот. Скажи, пожалуйста, а правда ли, что сейчас ты начинаешь сольную карьеру и будешь сниматься в кино? Мы уже сняли фильм, да. Я планирую еще следующий фильм с моим личным участием. Да, это будет главная роль. Я начала сольный проект, это действительно правда. Мы обещали вам сенсации, и мы их достаем. А первая роль, какая же она была? Вы это увидите, это есть в интернете фильм «You and I», собственно, снят про нас, про меня с Леной, про наших фанатов и про все остальное. Ну что ж так жестко вы в конце в клипе новом разбиваетесь, поклонницы, слезы, трагедия просто какая-то. Смотрите, не повторяйте наших ошибок. Ну что ж, а мы напоминаем, что церемония начинается через несколько секунд и просим всех гостей проходить в зал, в том числе и группу «Виагра», которая сейчас вот покидает уже...